Для Приморского сельского округа год выдался удачным. Строятся дороги вот в Нижней Гастогаке, замечательная краевая дорога. Значит, строится и заканчивается, будет введен в эксплуатацию детский садик в Красном Кургане. Строится дорога в Воскресенске. Занимаются ТОСы своими придомовыми территориями. Занимаются общественные организации по пожарной безопасности. Ну и все, что связано с жизнедеятельностью нашего округа. Приморский сельский округ поздравляет всех анапчан с наступающим Новым годом. Желает счастья, здоровья, благополучия, ну и, конечно же, удачи. Удачи во всех делах.